Всем снова привет. Давненько не было распаковок посылок, поэтому сегодня решил сделать. Пришел товар из Китая, почты Нидерланд. Я так понимаю, это сайт GetBest. Видно, что походу на таможне посылку вскрывали, что ли. Должны быть наушники. Посылка шла где-то дней, нет, наушники. Посылка шла где-то дней 30 или около этого. Такие вот наушники беспроводные, фирма такая, не знаю, как это прочитать, похоже на первую букву русскую. Получается, фирма Лес. Ну, конечно, это не Лес. Много надписей многообещающих. Белого цвета, как я и заказывал. Давайте откроем. Такие вот наушники белого цвета, а провод к ним красный. Это, конечно, очень хорошо сочетается. Зарядный провод, ну и сами наушнички. Выполнены они ну так, вроде как ничего. Сейчас попробую надеть на голову. Но сидят довольно плотно, кстати. Сейчас попробую включить. Может, они немного заряжены. Да, заряжены. Попробую с айфоном их законнектить. Так, это как они обозначаются, это хоть интересно. Вот эти, по-моему, BQ-618. Все, подключилось. Теперь звук. Проверим звук. Так, что касается звука, звук, наверное, четверку из пяти. Почему четверку? Потому что не хватает низов. А так, в принципе, довольно приятный. Не помню, сколько они стоили, но что-то порядка... Ну, не помню точно, не буду говорить. Я думаю, можно набрать название этой модели. Она везде продается, на AliExpress, на GearBest. И посмотреть. Ну так, качество исполнения нормальное. Вроде как все более-менее нормально сделано. Я думаю, можно брать. На этом все. Кстати, микрофон есть. Кнопка ответа вызова. Переключение треков. Эти же кнопки и громкость. Значит, погонял я еще эти наушники. Немного дополнить решил видео, что через кабель. Некоторые пишут, что через кабель звук намного лучше. Но я этого не ощутил на самом деле. Звук как будто бы тише, и, не знаю. Но то, что он лучше, я не ощутил. Лучше всего через Bluetooth работает, как по мне. Еще что немаловажно, показывает уровень заряда этих наушников на экране телефона, то есть сверху, где показан уровень заряда батареи телефона, появился еще один уровень заряда батареи вот этих наушников. То есть очень тоже удобно. Показывают, что заряжены они сейчас на 60%. Инструкции еще к ним на китайском языке. В принципе, на английском тоже есть.
Ну, она особо-то и не нужна. Ну, в принципе, неплохие наушники. Думаю, что можно их рекомендовать к покупке. Своих денег они, короче, стоят. Не знаю, насколько будет хватать аккумулятора, тоже немаловажно. Потестируюсь, что отпишусь в комментариях, если будет что-то не так. На этом точно все. Всем удачи и всем пока-пока.